Массовое отравление на Селигере. Участники ежегодного Всероссийского молодежного форума оказались на больничных койках. Медицинская помощь понадобилась сразу нескольким десяткам человек. По сообщению некоторых информационных источников, первые результаты проверки выявили нарушение санитарно-эпидемиологического режима в пищеблоке лагеря. Приняты меры по организации безопасного питания всех участников форума. Среди отравившихся представителей саратовской делегации нет. По словам чиновников, прежде чем попасть на Селигер-2014, все участники прошли жесткий отбор и подготовительные курсы. Огромная обучающая площадка, в рамках которого проходит и конвейер проектов, и тренинги. Приезжают очень интересные знаковые люди со всей России. То есть ребята, помимо обучающей программы, конечно, учитывая, что лагерь – это палаточный, и приобретает определенный опыт жизни именно в полевых условиях. В этой смене, кстати, отметить хочу, еду им привозят готовую.